Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить краю-эфир, кастомные сюжетные истории, вернее, не сюжетные. Сейчас маленько убавлю громкость, а то краю-эфир это какая-то совершенно просто безумно громкая игра. Так, в последней серии мы остановились на том, что я уже просто не понимал, что за бред тут происходит. Но я просто хочу добить эти миссии, среди них, согласитесь, было и много хорошего среди вот всего этого непонятного. Но то, что продолжается в последней серии 2, это, по-моему, не очень хорошо. Давайте, знаете, как сделаем? Вот в этой серии посмотрим, если будет идти так же плохо, то мы просто выключим эти истории и посмотрим, там под конец осталось еще Целлар, по-моему. Кроме нее советовали, в принципе, не советовали, короче говоря, смотреть там что-либо. Там, типа, совсем плохо. Но, тем не менее, так, где мы находимся, я не очень помню. Я последний раз играл более полутора недель назад. Оттуда я пришел, по-моему, да? Допустим. Так, как тут что? Как тут, допустим? Нет, вроде все нормально. Не поддается. Нам, может, в окошко как-то там все-таки выпрыгнуть нужно? Потому что я слышу снаружи звуки. Хорошее начало серии, я даже не знаю, куда идти. Давайте назад возвращаться тогда, что ли. Посмотрим. Ничего не помню. Вообще, вот эта вот музыка, конечно, она из краю эфира, собственно, и как-то добавляет экшону, то есть очень напряженным делает игровой процесс, но эта музыка, это единственное, что, собственно, заряжает как-то в последнее время. Не знаю, постановки тут, конечно, какой-то ожидать особо и не стоит. Это все-таки именно кастомные истории. А, вот сюда, да. Но само по себе это все как-то странно, по-моему. Блин, чего я не попадаю? Совсем укосило, что ли? С этими Battlefield'ами, Call of Duty'ами всякими. Лягай! Да, лягай ты уже. Наконец-то. Блин, я забываю вечно, что тут перезаряжаться надо с умом. То есть осталось 2 патрона в магазине, береги их. Это что такое? Не знаю. Ой, да уйди ты от меня. Ну вот что, страшно, нет? По-моему, нет. По-моему, не страшно. Не поддается. Именно прет экшон. Как можно бояться чего-то, если у тебя в руках пушка, которая там, я не знаю, на вылет пробьет слона? И что, я сюда пришел? Супер. Что мне это дает? Так, ладно. Может, какие-то ключики или что-то в этом духе? Может, мне как-то... Да, похоже, мы и сюда зазря шли. Чего-либо не замечено. А, подожди, у нас же лестница есть. Если подойти вот сюда. Хорошо. Блин, я думал, что ты кончился. Давайте один патрон потеряем. Или давайте выскочим уж. Блин, там что стреляют? Ой, так ты еще с бензопилами, это ты. Но если он там так и будет тупить. Это, кстати, новый тип врагов. Я его не припомню в оригинальном краю-эфире. А вообще, по-моему, только в этой модификации появился. Вот. Вернее, на этом уровне. Ладно. Патронов уже достаточно мало. Там еще, по-моему, такой же есть. Смотри, какая крепкая голова, а. Так, хорошо. Может, сохранимся? Так. Хорошо. Блин, я не хочу этого летающего стрелять. Толку-то от него. И вас не хочу. О, а у вас тут порядком. Да блин.
Бег какой-то, я не знаю, прям в них упирает. Какой большой уровень. Так, и... А, вот, понятно. Хорошо, аптечек у нас нет, патронов тоже не скажешь, что сильно много. Пока ты стоишь, как-то искусственный интеллект сдает на этих уровнях, видите, она не бежит ко мне. Это, конечно, хорошо, но... Вот этот момент мне напоминает отель из... Вернее, квартирный комплекс из оригинального Края Эфира. Вот там было страшно. Ну, видите, они тупят, они не двигаются даже. Патроны. Не поддается. В оригинальном Края Эфира тут, по-моему, сейф стоял, сейф стейшн. На всяких пожарных. Лучше 2 патрона потрачу, чем чуть-чуть жизни еще. Тихо-тихо-тихо-тихо, дорогая. Да, блин. Ты тоже не умеешь по лестнице подниматься? Патронов, кстати говоря, уже все почти. А что поделать-то? Тут ничего. Давайте продвигаться. Кстати говоря, большой уровень за этого доктора. Видно, что товарищ достаточно долго сидел, заморачивался по этой теме. По сравнению с остальными, достаточно объемненько тут все. О, что-то мне это не нравится. Так. Справа или слева, как думаете? Там открылась дверь. Это прям... Те самые звуки. Ой-ой-ой, ну... Вот это плохо. С 5 патронами на такого красавца это, конечно, не хана, да? Пока ты перезарядишь, он уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно. Я так и знал, что сейчас убьют. Он тут всех рубает просто. И что мне с ним делать с таким количеством патронов? Так, подожди. И вы понимаете, да, что, то есть, когда умираешь, начинаешь с самого начала это все. Я, честно говоря, не вижу во всем этом логике. Так, ну давайте попробуем еще раз. 30 патронов? Откуда? Ну ладно, может это облегчит нам путь. Ну хорошо, скажем. Так, тут у нас этот с пилой. Давайте сюда посмотрим. Опять ты. Так, ладно. Короче говоря, у нас вот единственный шанс это тупо убить его. Каких-либо обходов не будет. При том, что в закрытых помещениях это будет сделать достаточно сложно. Поэтому давайте... Ой, блин, я загрузился. На какой хрен? Давайте по новой. Короче говоря, по-любому с ним нужно как-то разобраться. Да, вылазь.
Перезаряжался бы он еще быстрее. Так, с тобой, допустим, готово. Так. И теперь давайте сейв сделаем, все нормально. Ну и пойдемте как-то попробуем с ним разобраться. Я думаю, перезарядиться мне или нет. Давайте перезарядимся. Потеряем 2 патрона. Но зато будем с полной обоймой против этого психа. Как быстро ушло все. В принципе, если вот так вот двигаться с трейфом, то он мало на что оказывается способен, но он, собака, резкий как понос, поэтому давайте будем поаккуратнее. Какой же ты... Ну давай, ну... Тихо-тихо, дружок. 15 патронов хватит, нет, или мне его прикладом придется вырабатывать. А вот еще патроны есть. Блин, не прикладом, какой приклад у кольта? Рукоятка. А, блин, да как так, ну? Ладно. Блин, опять я лоу нажал. Так надо. Это начинает меня подзапаривать. Не знаю, короче говоря, вот сейчас вот смотрим, это уже как испытательный срок пошел. Если так будет продолжаться, это ж не весело. Это скорее скучно. Ага, понятно. Как видите, не так все и просто. Фу, так. Скучно, просто скучно. Не, меня сложность такая не пугала, но вот именно однообразие. Все время это, да, блин. Все время это главное, что меня оттолкнуло, скажем, это Fruit of Monsters, потому что там, если начальные уровни были более-менее неплохие такие, то потом уже поперло что-то как-то не так. Первый раз как хорошо шел, да? Сейчас что-то прям проблемы пошли. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, блин, вот он сам по себе страшный. Именно из-за озвучки и его дерганности. Ну это же капец какой-то. Но... Но я просто во всем этом логике больно-то не вижу. Тихо. Ну, патронов, кстати, уже капец сколько. А, ну что ж, не в ту сторону пошел. А, так. Давайте последняя попытка, если опять убьет, то пойдем посмотрим последнюю эту миссию, да покончим со всем этим, мне это, честно говоря, уже задал будет начинать. Ну да, короче, как обычно. Так, выход, давайте посмотрим кастомные кампании. Короче, сказали, что вот эти вот Out of It и SDK кампейн, это вообще кошмар страшный и мусор, так что... Причем неоднократно, человек 20, наверное, 30 написали об этом. А вот Stairway, давайте посмотрим. На медиуме. И что же нам это несет? В принципе, говорят, неплохая вещь. Ну, просто поймите правильно, вот эти уровни, вот, которые вот были в кастомных компаниях, это уже настолько было никак, что... Глава первая где-то. Я, говорит, должен Стефано.
Там что, с собой таскать, что ли? Короче говоря, вообще смысла эти уровни проходить не было. Они были никакущие просто. Ни атмосферы, ни сюжета. Сплошной экшон, при том, что краю фирмы не за экшон любим. Поэтому смысл-то во всем этом. Так, давайте мы поставим сюда вот ножик, сюда фонарик. А это мы даже выкинем. Зачем нам два фонарика? Понятно. Стефано нам говорит, что используйте вещи, чтобы пробираться вперед. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Отлично! Издеваешься, что? Вашу мать! Моя комната, ну как я сюда попал? Ладно. Так. Пока что не будем читерским сохранением пользоваться. Возможно, у автора есть мера. Но что-то ощущение, что мы с самого начала будем начинать, если что. Хорошо, но это уже было дело. Возьми оружие с собой. Убедишься, что ты выберешься отсюда. Подвал. Черт, он закрыт. Написано подвал. О, мать. Маньяк с топором. Кстати говоря, пистолет самый убойный. Че я взял? Второй шприц. Понятно. Но тут как-то сразу чувствуется, что хотя бы пугать как-то пытались. Не тупо врагов понаставили по локации. Ладно. Это, кстати, локация не из края эфира случай. Ой, то есть не из Afraid of Monsters. Так, мне там кто-то звонит, но сейчас не до того. Давайте, ребята, осматриваться. Нам нужен ключ какой-то, что ли, или что? Ключ от подвала. Хорошо. Так, ладно. Пойдемте уже в подвал тогда. Давайте вообще сохранимся. Клуб. Допустим. Какого черта? Супер. Бляха, муха. Опять ты, я ж тебя перепариваю. Твою мать. Ну, допустим. Блин, ну вот тут, по крайней мере, как-то... О-о-о, не очень хорошо все. Ладно. Тут нам дают вообще незнамо что. Я думаю, эту кнопку нажму из Half-Life, и у меня тут откроется что-то. А это дверь. Ну ладно, давайте возьмем уже. Сохранение, отлично. Я, говорит, удивлен, что ты до сюда добрался. Теперь, говорит, все будет нелегко. Да мало того, что добрался, я даже жизнь не потратил. Так, ножик. Как тут выкидывать-то? Ножик выкидываем. Берем. Так. И вот так. Хорошо.
Давайте попробуем. Но вот тут как-то уже интересно играть стало. В отличие от этих кастомных историй. Понятно, это просто переодевалка, я уж думал. Глава вторая. Спуск в ночи. Ребята, вот вас-то мне и не хватало. Да, отлично. Тебя, ну иди сюда, пройди, ну. Тихо. Так, вы по лестнице не умеете подниматься, да? Умеете. Так. На каждом этаже все лучше и лучше. Хорошо, допустим. Молодцы. Капец, короче. Так, короче говоря. Не знаю, эти кастомные истории, на мой взгляд, сделаны очень плохо, кроме, собственно, Cry of Fear Memories, и то там были провалы серьезные. Здесь вот опять, вот, насколько я вижу, ну, вообще никак, то есть. Именно на уровне пользовательских модификаций, зачем это было включено, я не совсем уверен. Но, тем не менее, давайте пока играем. Я просто думаю, что эта серия по Cry of Fear будет последней. А потом мы будем двигаться уже к чему-то другому. Ну, не факт, что прямо вот там завтрашнего дня, но в ближайшие пару-тройку дней. Опять ты, да? Да ты. Ну просто запаришь уже. Давай, давай. Сам 16 попроще, конечно. Но опять же, не знаю, то ли у меня какой-то уже этот. Ну, мне просто не страшно. Вообще. Ни капли. Погнали. Нет. Да ты издеваешься, что ли? Вот у нас, я помню, вообще никакой, да? Как босс. Ну, руби. А, тебе же нужно. Так у меня ножа же, нет? Понятно. Я забыл, как его убить. Давай еще. Я его, по-моему, с ножом убивал. То есть, практически голыми руками. То есть, босс вообще не способен на что-либо. Ну да. Короче говоря, ребят, мне это, честно говоря, надоело. Это очень и очень плохо. То есть,
Единственное из всего этого хорошее было, это именно Cryo-Fear Memories, особенно под конец, и первые вот уровни, и последние там уровни. Это было где-то на уровне, наверное, оригинального Cryo-Fear, очень хорошо было. Но все остальное в этой подборке разнообразных кастомных историй плохо. То есть никакой геймплей, совершенно не страшно, нет атмосферы, нет смысла. Поэтому давайте на этом прекратим, наверное, и посмотрим. Там вроде как хорошие кастомные истории разрабатываются для Cryo-Fear, но пока что их нет. Как выйдут, в них поиграем, а тут зачем, как говорится, извините за пошлую поговорку, не можешь срать, не мучай жопу, как говорится. Но просто это на затягивание уже было бы. Я мог бы, конечно, там ради просмотров все это отснять, но это не особо интересно, короче говоря. Так что увидимся в ближайшее время в новом хорроре каком-нибудь. Не обещаю, что прям завтра, то есть, ну, тем не менее, в ближайшее время. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.